О, привет! Заходи. Только сначала вытри ноги и подпишись на канал. Проходи. Кому и для чего нужны обучающие курсы? Лично я сама неоднократно покупала и сейчас периодически продолжаю покупать курсы у тех или иных экспертов, в зависимости от того, какая у меня на данный момент времени потребность. Когда мне нужны были курсы для того, чтобы научиться продвигать свой канал на YouTube, я купила соответствующий курс, я его прошла, получила немало очень полезных знаний, применяю их сейчас и считаю, что, конечно, такой курс был очень своевременен и полезен для меня. Когда позже у меня созрела необходимость пройти курс по продвижению Instagram, я купила такой курс у понравившегося мне эксперта. Тоже об этом ни капли не пожалела, потому что, конечно же, узнала много полезного. Сейчас, когда я сама пишу и продаю свои обучающие курсы, я нередко встречаюсь с таким негативным отношением к этому, основанным на том, что якобы вот вы все продаете, вы все за деньги, а кому это все нужно, если все можно найти бесплатно в интернете? Совершенно верно. Полностью согласна с вами, что сейчас можно найти в интернете все, абсолютно все и совершенно бесплатно. Но вопрос только в том, что готов ли человек затрачивать время на поиск разрозненной информации, либо он готов купить уже готовую, собранную для него информацию в одном, ну, курсе, да, в одном пакете. Вот в этом и состоит вся разница. Когда я изучала методику очищения организма, я собирала эти знания по крупицам из интернета. Я читала книги Марва Оганян, я слушала ее лекции, я слушала других блогеров, которые практиковали это и перенимала у них опыт. Я читала книги других натуропатов. Я искала самую разную информацию и собирала это вот как бусы, да, в единую цепочку, и чтобы потом у меня в голове выстроилась общая схема. И когда я уже сама пошла по этой схеме, то к этой теоретической цепочке добавилась еще одна нитка практического опыта. То есть вот таким образом я насобирала себе целую кучу знаний по очищению организма, но на это ушло, ну, довольно много времени. Ну, не один год, это точно. Поэтому я не разделяю мнение тех, кто считает, что не нужны обучающие курсы. Курсы нужны. Потому что вот, например, сейчас, когда я очень плотно занимаюсь натуропатией, когда я посвятила этому себя уже профессионально, у меня параллельно с моим занятием натуропатией и с консультированием людей возникают задачи по продвижению своих социальных сетей. Но дело в том, что продвижение социальных сетей – это тоже целая отдельная наука. И чтобы делать это грамотно, эту науку нужно изучать. А чтобы ее изучать, нужна информация. И ее тоже надо собирать. Поэтому у меня все мое время уходит именно на мою профессиональную деятельность, на занятия натуропатией. А на то, чтобы собирать информацию по крупицам, по продвижению себя в своих социальных сетях, у меня уже такого времени нет. Поэтому мне приходится покупать курсы по продвижению Инстаграма, по продвижению Ютуба, по продвижению ВКонтакте и так далее, и так далее, и так далее. И эту информацию я покупаю у тех людей, которые, скорее всего, собирали ее бесплатно по крупицам, но потом сделали такой experience, некий научный труд, облекли его в удобную
платформу и преподнесли как готовый обучающий курс. Почему нет? Почему я не могу купить за вполне приемлемые деньги вот эту работу, которую сделал за меня какой-то человек? Конечно же, я с удовольствием приобрету нужный мне курс и буду очень благодарна тому человеку, который это сделал для меня. Если же есть люди, которые не нуждаются вот в таких выжимках, да, которые готовы тратить свое время на поиск бесплатной информации, то почему нет? У этих людей свой путь. Значит, у этих людей очень много свободного времени, и они правильно сделают, если они потратят это свободное время на поиск бесплатной информации. Поэтому делаем вывод. Каждому свое, каждый идет своим путем, каждый развивается в меру своих возможностей, в меру своего свободного времени, в меру тех знаний, которые он имеет. Поэтому, конечно же, неправильно говорить о том, хорошо или плохо обучающие курсы. Это не хорошо и не плохо. Они есть. И покуда они есть, всегда будут люди, которым они будут нужны. Что касается моих обучающих курсов, вы можете их найти, пройдя по первой ссылочке внизу под видео. Пока, до встречи! И посмотри еще вот это видео. Увидимся!